англичане! Евро вы мои! Ой, цены, дорогие вы мои! Всем привет, привет, привет! Не слышу. Чё говоришь, братишка? Ну да, я знаю, это казинавская, ой, камызявская отбивка. Но она же веселая, да, пацаны? Потому что мы ее украли. Что такое болтаешь? Внимание, друзья! Вот это чудовище, похожее на депутата, чистосердечно признался в своем преступлении. Вызывайте охрану. Но в Орской лиге нет охраны. И ненормальный? Что такое говоришь? Как нету? В Оренбургской лиге, значит, есть охрана, а в Орской нет? По-твоему, что, вахтерши возле входа просто так же стоят со шваброй? Да. Они, если надо, как тебе дадут по ружу, ведь тебе в пузяку. Тетя Дин, сюда иди. Ну что, завод не смешных шуток. Топчите, да? Тетя, шантар к ним этим обоим ненормально. Шучу, шучу. Проверка связи была. Иди чай поставь. Слышь, я сейчас сам шандарахну. Вы что, вдвоем совсем что офигели? Так, так, сейчас все будет. Где мой личный казах? На руке, сюда иди. Так, стоять. Вы что здесь устроили? Здрасте. Вы что себя как баба ведете, а? Да простят меня баба. Объясните, что здесь происходит. Слышь, ты вообще кто такой, а? А кто это у нас такой, такой большой, а? Лех, ты что ли? Да Гранс, слови песню. Ты иди, иди, с команды уходи, Никиту прихвати, вали, слышишь? Ха-ха-ха. Казахи. Все-таки правильно Безверхов говорил. Бесполезные вещи должны держаться вместе. А ты что тут, самый главный, что ли, а? Главнее всего Сабыржан команде, остальные ерунда. Есть я и ты, а это главное, а эти нам нафиг не нужны. Кстати, а что у нас Никита плачет? Наш Никита громко плачет, у Никиты папа Хачик. А, да, 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 да. Точно, точно, я же ему слова на финал забыл дать. Так, все, пацаны, собрались. На сцене команда «Сейф». Так, подожди, какой сейф? Вы что, не в курсе, ребят? Сегодня сейф выигрывает. Кок-ток. Ну, как бы сказал бы Жириновский, там экономический факультет. Здесь экономический факультет, в жюри экономический факультет, везде экономический факультет. Нам получается что, не играть что ли? Ну да, второе место, ребята. Пойдем, пацаны. Че, испугались, да? Второе место. Я пошутил, пацаны. Это что, нас просто так шишуганул? Ну да. Вот ты ненормальный же есть, а? Есть же такое. Все, пацаны, собрались. На старт. Внимание, Март! Oh, здравствуйте! На сцене команда 2 на 2. Тема приветствия на старт. Внимание, марш! А наш город как 50 оттенков серого. Там грязь, здесь грязь, везде грязь. И сразу же о наболевшем. Студеною зимой из труб течет вода. Зачем же я платил деньги ЖКХ? Он на уши мне сел и нежно песни пел. Ты только заплати и будет все окей. Зачем же, зачем я заплатил? Ведь почки я все же простудил. Кап-кап-кап из газ тыкла. Капаем. Капает. Кап-кап-кап. Нас Маруси. Капает. Кап-кап. Капает. Горько мне. Капает прямо на палас. Ну ничего, ничего, сейчас разогреемся. Представь себе случай на Комсомольской площади. Ха-ха-ха. Дорогая, смотри, драмтеатр. А вот драмтеатр. Сфоткай меня, пожалуйста. Ой, давай. Вот так лучше. Покажи, покажи. Ой, тут я какая-то страшная вышла. Удали, удали, удали. Сфоткай меня, пожалуйста, еще раз. Страшная.
покажи. Ой, тут какой-то лысый мужик фотографию испортил. Удали, удали, удали. Сфоткай меня, пожалуйста, еще раз. Это ты испортил. Давай еще раз. Покажи. Да я удалил, удалил, удалил уже. Представь себе случай в семье. Мам. Да, сынок. Мне во дворе сказали, что я не от родного отца. А от кого тогда? От соседа, дядь Хайрата. Да ну, бред какой-то. Мам, мам, а я от кого? А ты от Maybelline. Представьте себе случай в магазине «Магнит». А почему одна касса? Ну что за беспредел? Где все? Касса здесь! Воу! Казахская версия фильм «Гарри Поттер». Ха-ха! Я убью тебя, Гарри, не слезая с этой лошади. А лошади, лошади, лошади. Аджук, да? Обманул меня, да? Саша Греюс! Где? Где она, Гарри? Скажи мне, покажи, пожалуйста. Лысый, обманул я тебя? Ты доигрался, Гарри Поттер. Я убью тебя бузиной палочкой. О, друг, да? Вот у тебя бузиной палочка, а у меня сосновая палочка, да? Не будем мериться палочками, правильно? Это что такое? А это моя змея, Гарри. Гермиона! Где ты? Я Гермиона. Полулошадь, полушлюз, ты полукровка. Полулошадь, полушлюз, я Гермиона. Полулошадь, полушлюз. Пойдем лошадь кушать, пойдем. Ну ничего, ничего, сейчас разогреемся. Очень-очень ревнивый друг. А я ему такой слокотухи на. Да ладно, кому? Таньке. Запрыжа! О, Ленка, Ленка, привет. Привет, привет. Эй. Сейчас, братан, подожди. Давай быстрее, только нам надо торопиться. Как дела у тебя? Ой, все хорошо. Ты как? Че у тебя нового? Да я вот сейчас на финале играю. Да ты че, на финале играешь, да? Да. Ой, как это интересно. Что ты делаешь после финала? Не знаю даже. Братан, успокойся. Может, в кино сходим? Я согласна! Беги, Ленка, беги! Братан, что ты успокойся, я с тобой пойдем чай. Представьте себе, советский кинематограф заранее предсказал экономическую ситуацию в России. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом... Черт побери! Черт побери! Ёлки-палки! Да черт побери! Такая же ситуация где-то на Западе. Так, а где все? Цыпа, 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 цыпа. Вот, молодцы, все, все на сцене. На сцене команда была 2-2. И что же хотел сказать в конце? Неважно, выиграем мы сегодня или победим, потому что... А нам все равно, а нам все равно. Спасибо! На финишную прямую выходит команда КВН сборная экономического факультета «Сейф». Вадим, опять ты со своими песнями? Да, блин, ой, чё? Девочки, девочки, вы видели, в Яндексе новая опция появилась? Нет, какая? Здравствуй, Яндекс. Привет, девчули. Яндекс, а кто выиграет в финале? Сейчас посмотрю. Окей, Google. Ой, ладно, Google, девочки, видели в Ютубе?
как краб разошелся. Нет, покажи. Сейчас покажу. Девчат, договорились же, что вместе выйдем. Чего опять без меня-то вышли? Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра. Ну, увела я у тебя парня. Что ты меня теперь до конца жизни гнобить будешь? Диана, ты вообще с кем разговариваешь? Да со звукарем нашим вообще оборзела. Предлагаю ее сменить. Предлагаю. Какая смешная, пупок торчком. Ой, девочки, никого менять не будем. Все останутся в нашей команде. Привет, ребятюни, ребятюнечки, ребятюсечки. Я же говорил, что я буду в финале. Это, конечно, не на всех парусах, но эконом-вариант тоже ничего. А мы знаем, что ты не Ильдар. У него не было кольца. Ох, блин, спалился. Ладно, девчат, я вот за все эти игры вот присмотрелся к вам и вот прям пару слов хотел сказать. Вот это Мадина. И как сказал мне Ильдар, да ну ее нафиг. А это Оля. Это единственная девушка в команде, которая предложила мне переспать, переесть и переехать. А ты мне нравишься даже больше, чем Ильдар. Ты лояльнее, тактичнее, выходи за меня замуж. Так, стоп, 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 мальчишка, успокойся. Слушай, а ты чего вообще пришел? Так я могу показывать миниатюрки. Миниатюрки? Ну давай. Иван Царевич поцеловал не ту лягушку. Слышь, ты чё такая мерзкая, а? Когда 5 лет, нечем заняться. Так, подсудимый, хватит! Портной отомстил? Ну прости, пожалуйста, ну что я тебе такого сделал? Ну прости, пожалуйста! Так, всё, Влад, мы поняли, что ты умеешь показывать миниатюры. Девочки, микрофоны проверили? Кыс-кыс! Чик-чик. Ага. Мадин! Ну, блин! Ну что ж, поехали! А банковские работники тоже люди? А, 4. Мимо, Б, 5. Ранее. Весной каждая девушка пытается найти себе парня. Итак, представим. Очень находчивая девушка. Дорогая, зачем ты вообще эти каблуки одела? Мне казалось, что тебе нравятся высокие. Мне нравятся умные. Ну так я очки взяла. А, ну тогда. Представьте, продукты в магазине немного залежались. Пс, девушка! Эй, девушка, вниз посмотри, это я, йогурт. Клубничку возьми, развлечемся. Не тряси меня! О, мандарины! О, йогурт! А каждую весну люди разочаровываются в жизни. Я прыгну! Не надо! Нет, я прыгну! Не делай этого, у тебя же муж и дети! Тем более прыгну! Да не прыгай, у тебя же вся жизнь впереди! Ну вот, я же говорила, ты не прыгни, слушай, ты большая. Ты не могла нормально сказать, да? В настоящее время очень модно снимать ремейки. Итак, представьте, казахская версия фильма «Леон». Так, цель замечена, скажите, когда стрелять. Вернись обратно. Это ж Сабыржан! Вот кобель! Недели не прошло, как мы расстались. Мочи его! Так, цель уходит. Мочи казаха! Знаешь, мне почему-то кажется, ты был не тот казах. Вон на него похож, стопудово это он. Мочи его, мочи казах. Это тоже был не он. Сейчас, подожди. Сабыржан? Сабыржан? Хайдасан? Вон он, вон! Мочи его, мочи казах! Мать говорила, что я зарный, кто так мочит? Влад. А в каждом арчанине есть доля криминала.
чё, принесла? Ну, допустим, принесла. Сюда дала? Ну, на. Ну, ничего такое, хороший товарчик. Слушай, платье нормально сидит. Пойдем туфельки померяем. Пойдем туфельки посмотрим. Don't believe me, just watch. Один сюрприз хорошо, а два лучше. Итак, парень с девушкой пришли в парк аттракционов. Дорогой, смотри, сюрприз. Всегда мечтала покататься. Ну так иди, катайся. Давай, давай, давай. Дорогая, ты пристегнулась? Да. Крепко? Да. А у меня для тебя еще один сюрприз. Какой? Я тебе изменил. Ах ты! Твоя мать! Моя мать! Каслина! На сцене столько красоты, не было до нас здесь из девчонок только мы. Радуемся глаз, мы так хотим вас победить. Команда 2 на 2, жюри мы просим оценить. Это Юрмала! Дорогие друзья, вот Мадина здесь как мартовская кошка, лишь бы крикнуть. А я в этой команде сейчас как второй новый экран на Комсомольской, но можно было и без меня. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что дали мне такую возможность сыграть в финале. Но вот на своем корабле мне все же лучше. А с вами была сборная экономического факультета и участник команды КВН на всех парусах Влад Пират! Спасибо! Начнем. 5 шуток про в исполнении первой команды, команды КВН «Сборное общежитие». Здрасте. В Казахстане в преддверии праздника Курбан-Байрам очень умный баран пасется возле церкви. Студентами нашей общаги было доказано, что пакетик чая Липтон хватает на 149 раз. Ну, в принципе, можно на 150 раз. Но там же веревочка рвется. На 80-м километре Орск-Домбарова был найден асфальт. Директор колбасной компании «Лидер» и директор компании «Жилен» при встрече меряются колбасками. Ну что ж, девчата, ваш ответ. Здравствуйте, дорогой зал. Здравствуйте, жюри. Можно? Со словами «в первый раз в первый класс» учительница купила себе самые дорогие билеты на самолет. Растолстевшая русалка успокаивает себя фразой «это рыбий жир, он полезен». Очень плохой шутник после каждой шутки добавляет «кто понял, тот понял». «Кто понял, тот понял». На постоянную работу требуется опытный бухгалтер, можно женщина, а также опытная женщина, можно бухгалтер. У суровой орской девушки из режущих предметов были только стринги. Спасибо. Спасибо. Я еще не оговорился, то есть если есть какие-то сомнения по качеству юмора, можете один штрафной шут. Круг по две шутки команды могут. Уважаемые жюри, вам микрофон, кстати, передали? Да, вот вам несут микрофон. Так, что? Понятно все? К следующему туру? Да, идем на следующий круг. Все, следующий круг — это круг разминка с жюри.
Давайте три вопроса от состава жюри, максимум 30 секунд на обсуждение, без повторов. Ребята, один раз вышли, сюморили, не получилось, ну извините, второй раз не надо, да? Не получается, не придумали, лучше вообще не выходите, да? Лучше меньше, да лучше, наши правила вы знаете. Итак, первый вопрос от жюри в исполнении Яна Сариева. Добрый день еще раз. Вопрос такой со звездочкой. Андрей сегодня всем огласил о том, что лига становится официальной, поэтому, внимание, вопрос. Как ничего не делать и заработать 50 тысяч? Как ничего не делать и заработать 50 тысяч? Это в администрацию, по-моему, надо. Можно вопросик? И повторить. Я конец, да, повторю? Угу. Да. Внимание, вопрос. Как ничего не делать и заработать 50 тысяч? Удачно выйти замуж. Логично. Девочки. Ну как-то 50 тысяч, по-моему, мелковато. Если несколько раз там в течение там месяца. Бизнес сделать. Да, извините, хорошо. Привет, можешь передать? Привет. Так, во втор вопрос, ответ, что происходит, я не пойму. Соображан. На камеру снимаешь. А. Все передал? Все, спасибо. Внимание, вопрос. Как ничего не делать и заработать 50 тысяч? Вот так просто табличку понять, цифры пятерка и все. Видимо, за все конкурсы или только за конкурс «Разминка». Ну хорошо, начало многообещающее. Так, следующий конкурс, Сергей Янин. Я запомнил. Здравствуйте, зал. Здравствуйте, ребята. Еще раз. Я слушал начало вашего выхода на сцену. Поэтому окей, КВНщики. Как соблазнить члена жюри, если ты Сергей Янин? Как соблазнить члена жюри, если ты Сергей Янин? Сейчас я логику пойму. Если он Сергей Янин. Пожалуйста, повторите. Как соблазнить члена жюри, если ты Сергей Янин? Вот если бы ты был казахом, я бы тебя научил. Отвечаю. Передай Сергею Янину, что у него нет шансов. Я даже не успел задать вопрос. Ну ты понял, да, Сереж? Спасибо. Все, еще один вопрос. Яна Склицкова. Добрый вечер всем. Сегодня очень много звучало шуток про женскую логику. Есть там шутки про мужскую логику. Команда у нас сегодня женская, мужская. В чем же отличие КВНщика-парня от девушки-КВНщицы? Угу. Сакраментальный вопрос. В чем отличие КВНщика-парня от КВНщицы-девушки? Под ваши аплодисменты нет, есть ответ. В чем отличие КВНщика-парня от КВНщицы-девушки? Ну, у меня была песня такая. КВН — это жизнь, КВН — молодежь, КВН — это игра, но не женская. Такая вызов. Можно вопросик? В чем отличие КВНщика-парня от девушки-КВНщицы? Вот мальчишкам хорошо, да, рубашки надели и пошли, а нам так долго собираться, вы не представляете просто. Это грустно. На этом все. Я думаю, аплодисменты нашим командам. Здравствуйте. А в роли звезды мы пригласили Евгения Куликова. Радиоведущего, какого радио? Хит-ФМ. Экс-участник команды «Орские пряники». Поехали! Поехали!
Жорик, эфир, готов? Слушай, конечно, готов, а? Что за такие вопросы, а вообще? Надоел, честное слово, вообще. Ты вообще знаешь, кто у нас сегодня в гостях будет вообще? Понял? Кто? 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 Девушки такие. КамАЗ позвонил, сказал, придут все сейф вот эти. Уфу-фу. Слушай, ты в своем уме? Как машина звонить может? Не КамАЗ, а ТамАЗ. Что? Брата запомнить не можешь. Что ты сказал? Я не расслышал, они тоже, они хлопали в этот момент. Как может машина звонить, я тебя спрашиваю? Не КамАЗ, а ТамАЗ. Слушай, что ты пристал вообще? Может, я букву Т не выговариваю, а? Варианты. Скажи, таракан. Слушай, зачем говорить таракан, а? Зачем таракан говорить, а? А что ты не сказал, каракан? Надоел, все, рот закрой там. Просто признай, что лоханулся, и брата не можешь, не знаешь, как звать. Слушай, надоел, честное слово, что ему надо? Все, успокойся, 3 секунды до эфира. Хоть 2 вообще. Поехали. О, слушай, Гагарин прям кавказский, а? Тарарарарам, пим-пим-пом-пом. Добрый вечер, жители самого мощного Вася в мире города. Это Орск, Вася. Сегодня здесь, сегодня здесь будут шутки, Вася. Все будет так прям уфу-фу-фу-фуф. И что тут еще? Бла-бла-бла, троеточие. Жорик, зачем читать все в скобках и пунктуацию? С ума сошел? Как ты меня назвал там? Как ты там меня назвал? Все, Жорик, успокойся, эфир идет. Достал ты меня уже! Да гости идут! Вон, встречай, гости идут! Ответишь за панство! Наша казаша, большая наша казаша, вокруг все наша казаша, нет места краше, чем наша казаша. Все. Короче, сейчас эти девушки придут, надо хорошо выглядеть, а... Все, это... Подожди, что это такое вообще? Это что за корейцы вообще? Это кто вообще такие? Жорик, рот закрой! С гостями так нельзя разговаривать. Предложи им присесть. Садись! Мы со своим. Рудик, я худею от этого сельдерея вообще. Жорик, ты с ума сошел? Пригласи их сесть за стол. Слушай, ты знаю я. И где вы? За стол без коня садитесь уже. Вежливый, Рудик, вежливый. Что вежливый? Пожалуйста! Что, друзья, так что давайте все заново начнем, а то что-то как-то у нас не получилось. Не получилось. Я тут ждал девушек, а тут какие-то, не знаю, вообще пришли. Так все, давай, Рудик, стирай, заново начнем. Рудик, что ты делаешь вообще? Ну вообще, по правилам стема, на сцене должно быть всего 3 человека. Ой, надо как-то это, выкручиваться, ой, ребят. Ручка упала. Вот. Молодец, казак, все. Молодец вообще. А вы выкрутился, понял? Выкрутился. Все, вставай уже, ушел он. Аккуратней. Аккуратней, пожалуйста. Все, начинаем. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-рам, там-там. Добрый вечер. Добрый вечер, жители города Орска, Вася. Самого мощного в мире города, дай сюда. Самого мощного! Сегодня у нас здесь будет такая команда! Они когда пришли на этот первое выступление, такие говорят, что Стасюков-то тумбу пинули, говорит, мы теперь здесь выиграем всех! Мы вас всех на коне будем вот так крутить! И потом такие каждой команде подошли, я тебе отвечаю вообще! Подошли такие говорят, банку кумыса каждого вообще, Вася! Банку кумыса, представляешь вообще? Успокойся, Жорик. Разговаривай с ними. Что я с ними разговариваю? Кто это поставил вообще? Ну, здравствуй. Жорик, откуда они? Спроси у них. Слушайте, о, они, сейчас скажу. Из ОГТИ, Вася. Расшифруй зрителям, пожалуйста, Жорик. Слушай, ты надоел, что мне расшифровывать вообще, что тебе? Окей, Гуля, тут и Гугл. Так надо, Жорик. Орский гуманитарно-технологический институт доволен? Доволен, знакомься, Жорик, будь коммуникабельным. То я с ними знакомлюсь. Ну, как вас зовут, что у вас, как там называют по природе? Здрасте, а я Нурлат, казахский сервелат. Слушай, такую фамилию и отчество я первый раз слышу вообще. А ты кто? А я Субржан с планеты обезьян, революция. Слушай, это видно вообще, честно, видно. Уважаемый Леонид Аркадьевич, я ехал к вам на трамвае.
Я не понимаю, что говорит? Вот тут у меня в пакете Литоль. Вот тут смотри, смотри, смотри. Айран. Слушай, что такое вообще? Банка огурцов. Тут я могу портить стем вообще. И на пакет Литоль. Литоль. Слушай, что ты? Ты что думаешь, я что, Якубович, что ли? Вон в жюри сидит дядька в седых усах. Это он, Якубович, неси ему огурцы. Давай быстрее там. Слушайте, ну хотел бы спросить у вас, вот вы КВНщики, там играете, Вася, что там делаете? У вас вообще девушки есть там, нет? Или вы эти? Мы эти. Слушай, как так? Ну эти, казахи. Слушай, настоящие казахи, а ты говорил, последнего на гудроне видел, сейчас сфотографируюсь. Дядя Кишан вообще будет в шоке просто, сейчас подожди, улыбайся. Все, давай. Жорик, ты с ума сошел? Что ты делаешь? Мы в прямом эфире, Жорик, успокойся. Что там орёте? Слушай, давай Жорик, жалюзи открой. Уже. Жалюзи открой и так вот давай делай. Давай, Жорик, перестань, давай. Ты нас позоришь на всю страну. Казахи приехали в какой-то веке. Нормально, все, пойдет вообще. Все хорошо. Ну, вот вы, двое из ларца от одного отца. Слушайте, расскажите, вот вы занимаетесь КВНом вообще со скольки лет? Ну, КВНом с 18. А так 16. Жорик, спроси у них про название. Про название спроси у них. Слушай, отстань, я их интервьюирую вообще, Вася. Сейчас все с ними спрошу вообще. Дорогие друзья, ну вообще, как у вас называется эта команда 2 на 2? Что как таблица умножения? Что это, ассоциации какие-нибудь? Понимаете, 2жды 2 – это математический термин. Наша же команда называется 2 на 2. Расцветали яблони. Жорик, не забывай, по правилам стема на сцене должно быть 3 человека. Ходил на берег Катюши, Горский минус 2. О, выкрутился пацан вообще, да, сейчас коня сделал. Так, ты камера будешь, давай, все, камера. Все, это не человек, это камера. Камера УТВ, УТВ, я вспомнил это УТВ вообще. Жорик, все, успокойся, не начинай только. Что такое? В том году я их все записи крутил вообще. Они меня везде запипикивали на финале. Я вот всегда что не скажу, они везде запипикивали. И вообще просто... Вот они... Я сумки сказал слово! Слово сумка! Что такого здесь? Надоело вообще, честное слово! Жорик, успокойся! Нас смотрят уважаемые люди! Как ты надоел? Ты надоел мне как капремонт! Не разговаривай у меня здесь вообще! Тихо! Там что-то с камерой что-то случилось вообще, да? Ну-ка на нас направь! На нас направь! Чуть-чуть вот так вот! Вот сейчас трейлер 50 оттенков серого был. Жорик, вас опять много на сцене. Что тебе надо вообще? По правилам 3 человека должно быть, не забывай об этом. Он отыграл, он был кем? Лампа. Лампа, торшер, все, было 3 человека, все нормально вообще. Друзья, ну давайте расскажите, пожалуйста, вот что происходит, где вообще вы выступаете, кто там хочет выбежать? Миниатюра карусели. Вот начался. Карусель, карусель, да-да-да-да-да-да. Слушай, Рудик, мне не смешно вообще. Нормально. Что, Жорик, пора закругляться. Давай, ладно, вставай вообще. Бесит прям вообще. Все, убирай курпешку эту. Надоели. Ну, друзья, вы вообще курите? Нет. А сигареты? Mm-mm. Нет, ну вот. Будьте за здоровый образ жизни. Everybody say chocolate.
Это была команда 2 на 2! И Евгений Куликов! Спасибо! Дорогие друзья, всем известно, что очень трудно вжиться в женский коллектив. И первым это ощутил Ильдар. Но девушки не унывают и продолжают экспериментировать. Диан, это конец. Все, это конец. Мы без него не сможем. Он единственный. Ты сейчас про Ильдара? Да. Ну нет и нет. Ты можешь как-нибудь поартистичнее? Ильдара! Ильдара! Ильдара сегодня с нами нет. В общем, сейчас все будет. Кому ты звонишь? Да не, просто время посмотрела. В общем, я решила эту проблему. Я нашла ему замену. А, может быть, хватит говорить стихами? В общем, ближе к делу. Йо. Дай позвоню. Ну, только если маме. 8-905. С ума сошла, на городской звони. Городской дорого. Вот ты жлоб. Я не жлоб, я студент. А я жлоб. Девочки, я говорю, вы пожалеете. Армянским коньяком, клянусь, пожалеете. Грузинским вином, азербайджанским чаем, дагестанским... Ой, все! В общем, понимаешь, девчонки расстраиваются, Ильдара-то нет, ты будешь Ильдаром. Нет, только не Ильдар. Вот кого угодно, Джигурда, Мартиросян, Степанян, только не Ильдар. Кто это Степанян? Ну, пекарню держишь. Эй, армяне бы тебе язык отрезали бы за это. Вот. Тогда кончи ты верст. Я Кончита? Да. Нет, давайте Ильдара лучше. На всех кавказцев действует. Пойдем за Эльдар Фином. Пойдем. Анестезию. Нет, нет. Давай сначала проверим, настоящий он или нет. Эльвир, давай. Это, я смотрю, у тебя оборотка ничего такая. Дай-ка я желание загадаю. Хочу приору заниженную. Знаешь, сколько людей хотят приору? Ой, все. На! Красавчик! Так, все, пошли кататься на приоре. Серьезно, будь... А, точно. Так. В общем, знаешь, я перепутала колбочки, поэтому вливать будем все по очереди. Ладно. Первое. Так мы же не залили! Айран. Айран? А тебе что надо? Это Сабржан. Давай вторую. Давай без... Давай, давай. О, без верхов. О, без верхов? Ну-ка, давайте попробуем. Дедушка, который родился до революции 1917 года, успел пожить и в некотором царстве, и в некотором государстве. О, это без верха, давай его себе оставим. Нет, ты что, дура, нам же Ильдар нужен. Ну ладно. После игры сделаем без верхова, ладно? Ну ладно. Девчули, девчули! Это Ильдар, это Ильдар! Да нет, это Ильдар! Это Ильдар, ура! Да я пошутил! Ладно, девчонки, я могу вам помочь. Для этого мне нужна фотка Ильдара. Сейчас. Там фотка? Просто очень жарко стало. Дорогие телезрители, а, это Уфанет, нас никто не смотрит.
В общем, Эльдар, если ты меня слышишь, беги. Они тебя ищут. И, девчонки, вообще, чего вы ищете всем замену? Все у вас нормально. И это, отдай ключи. И на будущее, если вы крадете меня, то не со свадьбы. Не с моей свадьбы. Все, я поехал. А с вами была сборная экономического факультета и участник команды КВН лица кавказской национальности Тамас и Саян. А как ты завела ее? Ну давайте напоследок. Ваши аплодисменты. Тамас и команда КВН «Сейф». А мы благодарим заведующую общежитием ОГТИ Гоголенко Галину Викторовну за любезно предоставленного нам личного гитариста. Яркое солнце на небо взошло, на финале полно людей. Как полагается, сердце ведущего вмиг расцвело. Про него и споем тебе, че улыбаешься, четыре команды вместе собрав. Управляет уверенно, он очень ответственный. Он для нас Бог, для нас он лилав. Хотя чё вам об этом петь? У всех ведь такой? Естественно. Мы без него тоскуем, очень-очень любим. Каждый раз его встречаем, на сцене здесь играем. Ведь он такой хороший, в Оренбург нас хочет отправить. Номера наши одобряет, команду нашу хвалит. Молодец, Андрей Стасюков, Андрей. Есть в КВН крутой микрофон, но не так, чтобы у всех прям есть. Конкретно ведущего есть, стоит, наверное, он миллион. Хотя чё миллион? Там, наверное, все шесть. Стоят смешные люди, Стасюков нас любит, когда речь свою толкает. Каждый замечает, как он мило улыбнется. Сабрик аж трясется, но бесплатно в зал нас пустит, когда вот тут пусто. Молодец, Андрей Стасюков, Андрей. Реклама суши звучит каждый раз, ведущий их так рекламирует, как полагается. Вообще он рекламой спасает нас. Ведь во время рекламы наш Лёшка питается. Есть в КВН команда одна, но не та, про которую вы, наверное, подумали. Каждому суть их, конечно, ясна. Они ставят оценки, поприветствуем судей мы. Шли репетиции долго у нас, до 8 часов вечера. Толком не спали мы, только сегодня специально для вас. Парни покажут вам, как мы бесились там. Everybody dance with me, when two, waka waka four, freestyle! Руки, руки, руки! Эй, друзья, давайте вместе с нами, давайте отсюда с чашкой пацанами, как в кинцо, бери или в апельсине, там танцевать, обязательно красиво. До сих пор новый номер, до сих пор все мои лето, на этом синтезаторе, купите копейку. Эй, друзья, приходи на КВН, а придя, попадете вы там в плен. А мы вас всех целуем и не врём, что любим. Нам нужны оценки за крутые сценки. Ставьте нам отлично, все будет клубнично. И после финала дружно все поедем в Чайхану. Оу, yeah. В Чайхану. Яркое солнце с неба ушло. Йоу, а эта песня посвящается всем тем, кто стучал нам по батареям во время репетиции. Алексей Долганов, эту песню мы посвящаем тебе. КВН в Минске, КВН в Рязани, КВН в Смоленске, КВН в Челябе, КВН в Орске, КВН в Тольятти. Играют все, кому не лень, и все в порядке. Взрослые дети, молодые леди, водители такси, политики, их коллеги. В клуб КВН вступают, на сцене выступают, и все подпевают. Играют дома, играют на районах, играют в машинах, играют на...
играют даже их друзья из Эстонии. Играет он Димон, что играет Денися. Никого не парят, чисто улыбаются. Никого не пьют, не пьют и не ругаются. Так почему бы не играть, вместо того, чтобы париться? Где? Кто не хлопает? Тот Сергей Янев. А кто хлопает, тот Попов. Все страны мира, собирайтесь смело. Давайте вместе организуем тему. Бояться надоело, ведь это не дело. С улыбкой на лице выходите все на сцену. Йоу! Аристократы играют самородки, играют бюрократы, но не говорят об этом вслух, им этого не надо. Они бы рады, но время показал, что если кто играет, то дома не бывает. Но во всем мире, в любом коллективе, те, кто играет, всегда на позитиве. Йо! В теле, радио, эфире тоже есть такие, но по ним скажешь, что они играют. Жюри, я не вижу ваших рук. Янин, руки, они ноги. Пишу Мы в силе поддержать эту ситуацию, вместе играть и не волноваться, и не стоит никому ничего бояться. Мы дети, знаете, кола, нам нечего стесняться. Собирайтесь смело, давайте вместе организуем тему. Бояться надоело, ведь это не дело. С улыбкой на лице выходите все на сцену. Я! А в конце хотелось бы поблагодарить команду жюри. Попов, спасибо за дичь, книга пригодилась. Елена Яшина, спасибо за предоставленного Константина Яшина. Урал 56, спасибо за новые аватарки. Сергей Янин, спасибо за день, за ночь, за сына и за дочь. Как фамилия? Спасибо за Уфанет. Уфанета. Интернета тоже нет. Ну все, ты чё? Сэф, здесь! Спасибо, КВН! К сожалению, мне достается разрушить интригу нашу сегодняшнюю. Но игра была абсолютно феерическая. Сегодня были абсолютно две равные команды. Девчонки разбили мое сердце посвящением в мою честь песни. Вот. Но, к сожалению, наверное, поэтому мне и выпала честь вручить вам диплом вице-чемпионов сезона 2014-2015 года. Спасибо, девчонки. Я думаю, что у вас еще все впереди, но вот мне сегодня почему-то вот у меня такое сложилось ощущение и пожелание, что если бы вы, вот вы как девчонки, вытворяли то, что они, чего им, собственно, не всегда надо делать. Потому что, ну, женский КВН всегда с проблемами, ну, то есть его допускают. Поэтому девчонки должны просто шизеть на сцене, с ума сходить. То есть пацаны, вы им, ребят, тоже как-то, ну, наверное, больше огня, больше безбашенности. Ну и в конце остается только назвать победителя. Это абсолютный чемпион, команда 2 на 2. Под ваши аплодисменты. Поклоны, аплодисменты. Чемпионы 7-го сезона открытого городского турнира команд КВН. Орская лига КВН, команда КВН 2 на 2.